Так, всех приветствую. Всех приветствую. Сегодня мы с вами... Сейчас я тут настрою. Сегодня мы с вами рисуем. Рисуем, прорисовываем нашу природу. И это продолжение нашего второго рисунка, да, огненной нашей энергии, сексуальности, творчества, выплеска, вообще соединения со своей какой-то природной сутью. И мы будем рисовать именно огонь, да, именно пламя. То, как это вы видите, можно зажечь свечечки, можно зажечь благовония какие-то, музыку. Можете под ту, которая у меня играет, можете посмотреть этот мастер-класс и потом сделать это все в каком-то своем варианте, в таком, то есть тут как бы по желанию, тут важно чувствовать. Да, можно практику до этого поделать, подышать и настроиться прям именно на освобождение своего естества такого, да. Прям мы вниманием входим именно в живот, в свое такое вот ощущаем корневую чакру, да, корневой свой центр, ощущаем живот, прям глубоко дышим, и весь рисунок старайтесь вот именно рисовать, не то, что там придумать надо что-то нарисовать, потому что, по сути, мы будем просто мулевать что-то. И в то же самое время мы будем вот этими мазками прорисовывать, прорисовывать свою какую-то энергию, да, заблокированную. Мы будем запускать это все. Так, сейчас я возьму кисточку, которая у меня тут. Но она не такая совсем. Так, ладно. Да, подберите цвета для себя. Вот так, взять, пожалуйста. Да, потому что я тоже сейчас буду рисовать и смешивать это все. Доченька, тихонечко, пожалуйста, сиди, солнышко. Да, подбираете цвета. Именно вашего огня. У кого-то это будет более красный, у кого-то это будет более теплый. Да, вот почувствуйте именно то, что вы хотите, потому что у кого-то будет... Ну, цвета совершенно могут быть разные. То есть тут не нужно как-то чувствуем, абсолютно чувствуем, проявляем опять свою природу. Тут, ну, у нас не на художественные таланты, это сам процесс, важен процесс. Так, ну и, собственно говоря, начинаем. Я вот прям даже хочу такую большую сначала. Можно на маленьком листочке, можно на ватмане, можно на каком-то прям...
Вот такими вот мазками начинаю сам прорисовывать, да. Рисуем тем, что есть. Не обязательно вообще на самом деле, даже не обязательно рисовать красками, просто, ну, просто красками это удобнее всего, да. Опять ощущение в животе, вот прям позволяем, да, вот этому выходить из себя, вот просто это наше такое, некое такое пламя, некое такое освобождение, то, что освобождение жизни, освобождение вообще желаний каких-то. Доченька, это не торт, это костер. Какой же это торт? Каким местом тут он похож на торт? И намерение, да, у нас это все время мы намерение про освобождение. Освобождение энергии, заблокированной энергии. Да, сходи, подумай, эту кисточку. Нашла. Тоже полностью закрашивать как бы рисунок и не нужно, нету такой как бы цели, да, в этом. Мы просто с вами сейчас проявляем вот это вот какое-то, скажем так, цвета используйте те, которые вам нравятся. Чем там может быть и фиолетовое пламя. Да, но с учетом того, что мы нарисовываем центр. Такой эффект и огонь, этот цветочек в то же самое время, да, у нас получается. То есть у него тут много может быть интерпретации. Потому что мне так удобно. А что тебе? Ты здесь хочешь? Здесь? Что потом делать с этим рисунком? Да, часто задают вопрос после таких групп. На самом деле это вы решаете. Вы можете посмотреть на него какое-то время, потом можете выбросить его, можете куда-то повесить, можете вообще просто куда-то прибрать. Это вот то, как вам тут нравится. Что я забыла, что звоню. Мне потом, возможно, понадобится голубой. Посмотрим.
Я просто рисую вот так, как рисую. Ладка любой здесь. Дышим животом, да, прям ощущаем. Ощущаем эту энергию, которая выходит, которая распаковывается. Можно прям подышать, да, можно голосовое такое добавить сюда, прям пропевая такое освобождение. Выдыхать все. Зачем смешиваю? Зачем, что я так хочу? Зачем, что так чувствую? Ну, так возьми листик, порисуй тоже, если так хотел. Нет. Ну, честь можно и так сказать. Нет, для тебя существует. Ну, получается, да, достаточно приятно. Да, вот. Очень тихо, пожалуйста. Вот запись идет. Немножечко аккуратненько. Потому что... Так. Ну,
Так, о чем? Нет, у тебя эти нужны или нет? Да, общуйте. Хорошо. Вы можете взять, конечно же, для этого любой абсолютный материал, да, можно попробовать в разных вариациях, то есть можно попробовать с акварелью, акрила, можно попробовать то же самое сделать какими-то там карандашами, например. Тоже, не знаю, не пробовала. Я такие рисунки, вот именно что-то такое, я люблю рисовать именно вот красками, так, мазками такими. Можно несколько слоев делать. Солнышко, ты же видишь, что я делаю, миленькая? Забавно. Да, ты потом посыпешь, я тебе потом скажу. Посыпешь. Так, солнышко, мне мне водичку, пожалуйста. А хотя нет, не надо, мне фиолетово будет, поэтому не надо. Не надо. Потому что я сейчас буду рисовать вокруг. Нет, круг я не буду рисовать.
Ой, Доченька, да, доченька. А тут уже такие детали, которые мы вносим, да, которые вот нам уже хочется, скажем так, потому что основной уже выплеск прошел, и в цвете, и тут вот мы уже такие можем носить детали, которые, ну, которые, скажем так, дополняют, да, то, что вы чувствуете, вот, выражают как-то ваши ощущения. Вообще фон можно, конечно же, и не рисовать, да, но можно и порисовать фон, так как вы чувствуете. Так, какое? Можно закрашивать, можно не закрашивать. Тут все по желанию, все вот именно в таком свободном творчестве. И это именно важно, что тут у нас свободное творчество. Потому что цель... Если хочешь,
Не греми, пожалуйста. Тоже. Ну, это же не огромный, я бы сказала, даже, да? Такой прям. Ну вот я так захотела. Так. Да, я знаю. Я уже вношу такие детальки, которые уже, ну, я уже закончила рисовать на самом деле. Я уже вношу такие вот тут немножечко золотистые прожилки. Тут сюда, конечно же, можно там поталь еще что-то насыпать, да, или блесточками я тоже сейчас посыплю.
Ну, ты посыпаешь, в смысле, мы посыпаем. Это куда сыпать? Вот такие вот. Значит, присядь, пожалуйста, пока. И не греми, пожалуйста, дверь. Присядь, пожалуйста. Зачем сейчас тебе проходить куда? Там Арчи была совершенно в другой комнате, солнышко. И мы рисуем, вот уносим вот эти детальки такие, да, уже как бы завершающие, скажем так, штрихи. Что-то у нас тут такое получается интересно. Нет, это зрячий. Золотистый у нас цветочек получился. А тут мне хочется вот именно серебристый. Вот не серебристый, мне тоже нравится. Ну да, конечно, он тоже красивый. Ну и блестящий. Это блестящий. Песня моя. Нет, некуда лишнее. Нет, это не закончится. Ну, не хочу я так много, да, у нас когда мы скоро. Все мне вот все остальное мне абсолютно нравится. И вот сейчас на твоем блюдечке ты посыпь. Чуть-чуть так, немного. Вот так вот, по краешку, так вот, оп, по краешку цветочка. Ну да, сыпь. Дай-ка мне чуть-чуть, я попробую. Там, конечно, блестки-то вообще твои будут. Держи только крышечку. Нет, дай-ка крышечку закрою. Ты тут видишь. К себе отнеси, куда поставь. Ну вот, собственно говоря, вот наше творчество на этом и закончилось. Да, ребят, надеюсь, что вы получили такое удовольствие. Вот цветочек такой, не знаю, но это его видно, он весь переливается, такой красивый достаточно. Поэтому можете присылать, делиться своими работами, у кого желание возникнет. И на сегодня я с вами прощаюсь.